когда нам детям объясняли понятие одушевленных и неодушевленных предметов, а это было в детском саду или в первом классе, деревья, да и всю остальную растительность отнесли к неодушевленным предметам. Я расскажу вам историю про этого маленького мальчика, а вы уже решите, есть душа в расти или нет. Мальчик был очень болен. Единственная связь с внешним миром была окно. У окна он читал, ел, разговаривал с прохожими, правда, они об этом не знали. Разговаривал с птицами, которые садились на ветку берез. Две березы стояла под его окном, а между ними был большой пень с глубокой трещиной на середине. Я как этот старый пень, как-то сказал парень. На нем уже никогда не появится росток. В нем нету жизненных сил. Что ты? Что ты? На глазах папы накатывали слезы. Но он быстро взял свои руки. Сейчас лето. Уже поздно появляться росткам на пня. А следующей весной? Да, следующей весной он появится. Поверь мне, сын. Этот разговор слышали березы и пень. Слышишь, пень? Сказала одна из берез. Следующей весной на тебе должен появиться росток нового дерева. Мне жаль, мальчик, но я засыхаю. Посмотрите, какая трещина на мне. Мои корни не в состоянии поддерживать жизнь. Сейчас лето. Ты должен набраться сил. А весной, пень попытался возразить той березе, кто-то остановил его. Да, весной на тебе появится росток, потому что мы поможем. Наши корни соединятся с твоими корнями, и мы станем как одно целое. Но вы же, да, нам будет трудно, но мы подарим надежду мальчику. Папа, папа, смотри, еще не наступила осень, а листья берез уже пожелтели. Зато затянулась трещина на пне. Может быть, пень живет, и следующей весной на нем появится росток? Конечно, сын, конечно, весна. Как мальчик ждал ее, как папа боялся наступления весны. Но вот на березах появились листья нежно-зеленого цвета. Папа, папа, смотри, росток, как ты обещал! Это значит, что и я поправлюсь! Конечно, конечно. Прошли годы, мальчик выздоровел. Две березы, одна побольше, другая поменьше, стояли по-прежнему под его окном. К ним приходил папа мальчика